Данная история произошла не так давно. Мужик шел по дороге. Он ожидал, что в феврале будет снег, но под ногами была грязь. Просто грязь. Он не понимал, что происходит. Он не знал, что делать дальше. Что произошло с природой? Что произошло с людьми? Что произошло с этим миром? Так он шел по дороге. Было 4 часа утра. В 4 часа утра он шел на свою нелюбимую работу, где его ждал грязный цех, где его ждали грязные автомобили, в которых он копался каждый день и получал маленькую зарплату. Его не устраивало такое положение дел. Ну что же делать? Такова жизнь, думал мужик, и делал так каждый день. Каждый день его грязные мысли приходили в голову, а сзади за ним всегда летел ангел, и он ничего не мог сделать. Он мог только удивляться тому, почему человек не хочет поменять свою жизнь к лучшему? Почему он думает только о черном, о плохом? Лишь только изменив свою мысль, человек начнет жить по-другому. Вот о чем думал ангел. И у него не укладывалось это в голове. Но мысль, она являлась материальным. И ангелу каждый день приходилось выполнять желание своего хозяина.